программа собрана в годовую программу и выстроена в такой логике, что она удовлетворяет практически все потребности предпринимателей. Проходя через программу, человек, предприниматель, работает как с собой, с повышением уровня развития, со своим статусом, со своим раскрытием своего ресурса как руководителя или как менеджера, а также работает, получает приемы работы с коллективом, с проектной командой или с организацией в целом. Давайте, программа апробирована, она идет с 95 года, то есть, ну, понятно сколько, да, уже 18 лет она идет, в разных городах России, и идет постоянно, но каждый год включается современная информация из области бизнес-консалтинга, из области бизнес-коучинга. Программа идет на ура. К нам на программу приходят переучиваться люди, которые участвуют в подобных международных программах по интегральному коучингу и по коучингу просто. Вот, даже у специалистов зарубежных, известных у нас в России и в Москве. Вы эту программу реализуете сразу в регионах, то есть вы туда выезжаете командой? Да, да, мы выезжаем командой, 1-2 тренера, работаем в Екатеринбурге постоянно. Программа идет Челябинск, Новосибирск, Омск, очень много учеников, которые до сих пор уже 20 лет люди отзваниваются и заказывают какие-то персональные консультации. То есть у нас очень много клиентов по России. Это люди просто понимают, что они здесь получили уже многое, а в следующем модуле они получат еще это, и им это тоже важно. Феномен работы с целями, упорядочения хаоса. Написано не программным языком, а языком для простого человека. Значит, все, что касается работы с целями. Краткосрочные, тактические задачи, стратегическое планирование, среднесрочные, долгосрочные. То есть здесь это пункт о том, что в каждом из 5 модулей, а программа идет 5 модулей, на протяжении чуть меньше года, каждые 1,5 месяца. Значит, все, что касается работы с целями, в каждый модуль из 5 зашиты технологии. От простых до крупных системных технологий, таких, которые позволяют работать с крупными целями. Например, перенос продукта за границу, да, открытие там филиала в Европе, или создание сети, или такие сложные вопросы, как у нас решают предприниматели. Сетевая компания остается отделение в России, а головная контора переезжает в Лондон. Там осуществляется брендирование в Англии, и оттуда компания вторично заходит на российский рынок как международная компания. То есть все эти задачи предприниматели решают на самой программе. Мультивекторный тайм-менеджмент, технология zip-файлов. То есть все, что касается управления временем, начиная от внутри головы персональных структур, как мы сортируем время. У кого линия времени растянута, у кого поджата, потому что работа с временем – это наши внутренние персональные программы, где, если вы видели что-то по тайм-менеджменту, там рисуются сектора, там сектор кризиса в срочности, вы в нем живете, я вас поздравляю, ваша компания. Да, там дела и срочные, и важные, и все вместе, как снежный ком вот так. Вот. Есть сектор благополучия, куда вам нужно перейти, там дела важные, но срочность их уменьшена, то есть потому что все делается спокойно-планово. Вот. То есть вот такие вот темы, а есть темы, которые помогают персоне, то есть предпринимателю лично структурировать свое время и навыки самодисциплины туда включить. От персональной до системной работы все, что касается управления временем. Значит, третий пункт. Все, что касается инструментов мотивации собственной и команды. Ну, здесь понятно, да, мотивация есть мотивация. Структура внутренних процессов мышления, поведения, эмоциональной сферы. Пребывание предпринимателя в ресурсном состоянии, защита от профессионального выгорания и защита от того, чтобы предприниматель не стал функционером на пути к достижению цели. Это очень яркая проблема для предпринимателя. Ну, строение иерархии ценностей – одна из тем. Следующее – исследование всех возможных форм ограничений в достижениях цели. Важная тема, потому что человек приходит на переговоры, и часть внутренних наших ресурсов нам помогает, а часть
наших внутренних процессов вообще забивает наш ресурс, и мы, как правило, переговоры проводим там 10% нашего сознания, нашей энергии. Ну, например, возникла непродуктивная эмоция в переговорах. Мы обиделись или разозлились. Что? На эту эмоцию оттянулось там 90% энергии. 10% мы пытаемся что-то там договориться. Или сработало какое-то негативное убеждение, что ага, в прошлый раз я уже это делал по такой бизнес-схеме, это не сработало. Все, человек в этом убеждении, и он не работает дальше в переговорах с живым его оппонентом. Не видит, не мониторит его потребности, не понимает его истинных запросов и не ищет области соприкосновения своих интересов и его. То есть существует много проблемных структур вредных, которые в нас зашиты, которые оттягивают нашу энергию и внимание. Систематизация стратегии взаимодействия с финансами, феноменология денег. Достаточно серьезная технология, называется матрица финансовых потоков, дается на 4-м модуле программы. Все, что касается финансов по уровням, на каком уровне вы находитесь, критерии перехода на следующий уровень финансов, привязано к пониманию того статуса, на котором находится бизнесмен или компания, вот, и служит для увеличения уровня финансов предпринимателя. Построение продуктивных микросистем, коллектив, партнерство, семья и так далее. Важная тема для предпринимателей, потому что очень многие люди, нет, во-первых, модели у человека в голове вообще синергетического понимания партнерства. Есть понимание партнерства как какая-то опасность или наложение компетенций, или область, где проблем будет больше, чем эффектов потом. Поэтому многие предприниматели завязывают бизнес в одиночестве или обожглись когда-то на партнерстве. И здесь речь будет идти о понимании, то есть предприниматели выйдут созданной для себя персонально сформулированной моделью партнерства. То есть понимаете, да? От каких-то общих технологий про партнерство человек выйдет с продуктом, который именно будет адекватен для него, то есть персональная модель партнерства. И в какой-то момент времени возникает вопрос доверия. И правильная проработка вопроса доверия с одной стороны, и с другой стороны правильная проработка понимания компетенций своего партнера, в чем он силен, в чем слаб я, так чтобы это была синергетика, на самом деле очень важно. Ну, я бы сказал, 70-80% успеха совместной деятельности. Не только вот в бизнесе, если мы просто как бизнес говорим, но и как какое-то партнерство, как делегирование полномочий. Когда если я кому-то что-то делегирую полномочия, то для меня выступает человек, мой сотрудник, партнер в этом направлении. Вот, на самом деле это очень важно. Решение задач планирования, достижения целей, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, стратегические. И сюда можно миссию дописать. Потому что сейчас многие серьезные компании и небольшие компании, но прогрессивные, задумываются о формулировке миссии компании, где есть понимание у руководителя, у собственника о своей персональной миссии и миссия компании как его материальное продолжение. Вот, вопросы миссии компании – это такая серьезная задача. Как правило, группа специалистов заказывают, чтобы миссию для компании сформулировать. У нас это дается в ходе программы. То есть мы с этим работаем, с этой технологией. Она большая, объемная, системная. Работаем на 4-м модуле. И предприниматель выйдет со сформированной миссией, получит механизм перепросмотра миссии несколько лет вперед. Как руководителю подбирать команду под себя и как с учетом личной специфичности работать со своими сотрудниками.
здесь речь идет о понимании ядерной компетенции сотрудников, то есть принимаются люди на работу, дается какой-то объем работы. Не факт, что мы попадаем в личную компетенцию сотрудника. Так вот, есть механизмы, которые позволяют увидеть сразу ядерную компетенцию человека и построить систему работы таких людей в команде, где бы не было наложения ядерных компетенций друг на друга. Ну, это мечта каждого руководителя, и вот эти технологии мы будем подавать, и люди будут их отрабатывать. Ну и последний понятный пункт – коммуникации в формате продаж, переговоров, все, что касается продаж, переговоров. Практически в каждом модуле этого касается. Здесь большинства тем мы в первом модуле уже коснемся. Почему темы прописаны некими направлениями? Потому что темы, они красными линиями проходят через всю программу. То есть целеполагание есть, управление временем есть, управление ресурсами есть, партнерство есть в первом модуле. То есть говоря о этой программе и обещая людям проработку этой темы, она абсолютно точно войдет в первый модуль. Просто структурированные технологии от простых к сложным. Умножение раскрытия вашего потенциала в 5-6 раз. Вот задача этой программы. То есть это самое главное. То есть почему коучинг именно? А наша задача как коучей, как персональных тренеров, способствовать росту, развитию, процветанию человека или предприятия, с кем мы начинаем работать. То есть если я сейчас работаю с вами, то моя задача вот эта. Вот, потому что я четко абсолютно осознаю свою миссию, что я делаю вообще. Вот, и поэтому все технологии, которые в программе, они будут вести соответственно к этой цели.